Итак, всем привет, продолжаем играть. Герои Альянса. Вот, опасался. Наконец пришла пора вернуть то, что является нашим по праву. На рассвете начнется штурм крепости лорда Рона. Орда и ее вождь ответят за свои преступления. Так. И все, что ли? Ответят за свои преступления, окей. Квест Героя Альянса. Пришло время, значит, штурм Лордеона был. Так, Орландуин. С Матиасом шел в порту. Замечательно. Погнали. Посмотрим со стороны Альянса за Орду. Вам интересно, есть на Ютубе видео. Поэтому за Сурвах Антам. И экран там особо не важен за кого. Привет. У нас задание. Так, а что мы возьмем, кстати? Давай возьмем топор для танка, хотя. Себе. У меня одно ручное оружие, конечно, будет. Я просто кость для него сделать. Локалки новые, которые, да, 210-й топор, одноручный будет там тоже. И меч там будет. Так, король Рин собрал войска. Планил масштаб нападения. Так. Хотят вернуть лорд Рон, да? Капитан, жди-ка, расставить тебя. Ты отправишься в путь с третьим флотом. Анжелика? Приготовься к отплытию и поговори с капитаном Анжеликой. Угу. Погнали. Это огромная честь для меня, друг. Берегись. Давай. А, ну да, сценарий. Сейчас 20 человек наберется и... Думаю, ждать много не надо будет. Надеюсь, со стороны Альянса мы больше узнаем. Задумав 19 человек, по-моему, шли, или 20 надо. А, на 20-го все-таки ждали, мы тогда тоже не знаем. Я, наверное, буду хилить, у меня, кстати... Работа хоть есть? Хилиться, бас. Я хоть скачивал новый, обновлял его. О, это я понимаю. Погнали. Еще будем хилить. Так, я поднимаю уже, конечно, в хил спейк, ничего страшного. Кстати, заметил, БФА, воу, я только сегодня буквально заметил, перед стримом, что Шок Небес теперь отстой полный, потому что раньше топовая способность была Шок Небес, дамажил очень сильно, а теперь Шок Небес слабее дамажит и удары на солнце, и правосудие, но у Шока Небес как бы все равно, бонусы криты, конечно, есть, тупо из-за того, что криту это на чаще из-за этого, для чтения, а так, конечно, полный отстой, жалко. Братья и сестры, слушайте меня! Орда трусливо напала на Тель-Драсил и развязала новую войну. Враги четко обозначили свою цель. Они хотят не захватить наши города, а уничтожить все, что нам дорого, лишить нас всякой надежды. Королева Банши ответит за свои преступления. Сегодня мы покончим с ней навсегда! Мы изгоним эту мерзость из наших земель! Знамена Альянса вновь будут реять над Лордероном! Да-да-да. Закрушим врага! Солдаты, стройся! Будем строиться. За Альянс! Так, что у нас тут?
Какой пустой стыд! Так. Остановите гоблинов! Уничтожьте крошер! Короче, всех сметаем. Всех смести с пути. Я все поделаюсь, значит, страшно. Нифига одни паладины, блин. Так, а чем мужиком? Автомобили. Мочи. А чё я так замерз-то? О, это этот, машина эта, да? То есть надо её уничтожить. Мочи. Это, ну, даже прожаться реально можно. Так, это Алья, это Орда там говорит. А, никого даже не знаю толком.
самый альянс и орденские щиты будут. Альянс. Так, нам что делать надо? Защищать короля. Она поднимает мертвых. Эвакуируйте раненых! Назад, мой король! Чувак слишком опасно! Мы не можем. Альянс! Не бросай! Так, надо спасать! Не бросай! Чумак, кстати. Надо отступать. Сейчас там маг сдохнет. Отходим. Никто не должен умереть. Я похилю. Солдаты гибнут от чумы! Неужели все было напрасно? А это что? Оля! Корабль джайны. Да вот там проходили, знаем, что это. Джайны? Спасители с альянса джайны. Что вы можете сказать? Альянс! За мной! Покончим с этим. Так. Джайн, хвала свету, вы здесь. Нам вас отчаянно не хватало. Я с вами, мой король. Орда заплатит, стены долго не продержится. Не стоит медлить. Верно. У Сильваны было немного времени на подготовку к нашему нападению. Но мы не должны ее недооценивать. Всем войскам занять позиции. Атакуем по моей команде. Ярко, так, ладно, пока покушаем. Прикрывай нас с тыла. Отправлять все войска через один проход слишком рискованно. Уверен, Сильвана подготовила для нас ловушки. Скрывающий покров у нас. Вперед! С постелся пойдем. А нам атаковать их? Откройте проходы. Не дайте им вызвать подкрепление.
Так, все в порядке. А что, даже не скинет нас? Видно, скинет нас. Нормально, отзвони. Или кто это? Опять маг получает дамаг, непонятно чего. Блестяще. А теперь идем дальше. Я готова. Это вы теперь в меньшинстве. Их слишком много. Только скажите, и я перенесу нас в безопасное место. Так. Убегать — удел беспомощной жертвы. Мы сразимся за то, во что верим, и погибнем, если будет нужно. Время вышло, король Андуин. Послал отрекшихся! Альянс, стоять до конца! Сравняем шансы, король Рин. Алери, хвала светом ты здесь. Пунктуальность мой конюх, ваше величество. Так. Мегакрут, у тебя все готово? Так, я буду сидеть. Ну или почти хилить. Гнилости и Лортеман. Алерия, возьмите остальные войска и рассейте вражеские силы. Будет сделано. Герои, за мной. Так. Смотрите, кто пришел. А я уже думал, что придется. Опять там маг поминается. О, я тебя не разочарую, гнилости. Вы бедны. Я разберусь с предателями. Так, живите. Нужно выбрать цель. Текс. Их-то чума не возьмет, да? Нет, не дайте им сбежать.
Орда снова отступает? Я не понимаю их стратегию. Впереди проклятая чума! Мы не можем идти дальше! Нельзя дать вождю скрыться. Только взяв ее в плен, мы одержим победу в этой войне. Поняла. Мой отряд поддержит вас. Аллея. Мегакрут, ваши машины смогут перелететь через чуму? У меня их не так много, но они в вашем распоряжении. Решено. Герои за мной. Кто стоит в чуме? Мегакрут, отходите с войсками через крепость и разместите их в Брилле. Будьте готовы атаковать по моей команде. Будет сделано. Так, полетели. На вертолетике. Уходи, Саурфанг. Саурфанг победить надо. Война. Твоя смерть не принесет никому чести. Вот так вот. Я бы поговорил о чести с твоим отцом. Ты о ней ничего не знаешь. Я никогда не отступлю. Я жил с оружием в руках и умру так же. А что ты сделал для своего народа? То есть Саурфанг на этой стороне остался, а они же... То есть, что, она понимает, кто не знает, за Орду, а Сильвана оставила ее здесь умирать, якобы. А они, видимо... Или все-таки в итоге придется убить его, видимо, да? Опять-то Макс, ты Макс получается. Как у него это получается, не понимаю. Но они не добили его. Нет. Я требую честной смерти. Отец говорил мне, что ворог Саурфанг — воплощение чести Орды. Я разделяю его уважение к тебе. Но знай, в этой смерти не будет чести. И тебе об этом судить, король Альянса. Сейчас сужу именно я. Отправьте его в тюрьму Штормграда. Ага. Когда я вернусь, мы поговорим о чести и о том, как ее восстановить. Если вернешься. Да, действительно. Наконец-то. Теперь Сильвана ответит за свои преступления. Герои, за мной. Так. Вот этого не было заду, когда проходили. Здравствуй, мальчик. Наигрался в солдатики? Наш король разбил твою армию. Успокой своего пса, король. Сильвана Ветрокрылая, ты навсегда запятнала честь Орды. Лордерон наш. Все кончено. Твой отец гордился бы тобой. Это же его меч. Сколько на нем крови. Эту войну начал не я. Львенок просит мира, когда ему удобно. А потом выпускает когти. Как же я жалею, что не убила тебя. Как грубо, сестра. Не забывай, ты в моем доме. В твоем доме? Ты осквернила этот трон, грязная тварь! Хватит! Ты сожгла Тель-Драсил. Но это я не спас павших. И я не повторю этой ошибки. Сдавайся. Или умри. Thank you.
отпразднуй победу. Было бы классно, еще класснее, если бы реально было PvP, а не PvE, вот это, когда я забыл, я думал, реально, у нас кинет какой-нибудь сценарий БГ, какой-нибудь там 20 игроков, хоть с нас будут тоже, ну, типа, игроки вражеские, было бы классно. Где не победить? Битва золота. Да хранит тебя свет. А, это лаги? Понятно. Понятненько. И паладины, дымажили, блин, это тоже на самом месте, это ладно, неважно, вот, ну, такой сценарий, довольно забавный, ладно, всем спасибо и пока, на следующей неделе же выходит дополнение, на следующей же, да? Да, происходит. Война шипов заканчивает вот как раз в воскресенье. То есть кто еще не успел, надо пусть сделают, может еще за локалки одеться. Локалки в этом. В Тумных берегах. За локалки еще можно одеться. 210 шмот. Ну 225 так-то может. Ну да ладно. Пока.